Привет, Ставрополье. Я нахожусь в Испании, Марбелле. Это юг Испании. Здесь мы находимся в карантине уже 11 дней. Все спокойно, видите, в урбанизации не ходит никто. Людей нет, детей нет. У нас дождливая погода последние 5-6 дней. Поэтому даже погода располагает к тому, чтобы посидеть дома. Эпидемия вируса распространилась в Испании очень быстро. За последние дни это возросло до 40 тысяч. В Андалусии меньше. Но все равно мы сидим все дома. Дети не учатся в школе. Занимаемся спортом, домашнее обучение, онлайн-мастер-классы. Я работаю косметологом, поэтому не удаленно никак работать не могу. Поэтому сидим дома, учимся, читаем, смотрим телевизор, рисуем, занимаемся спортом. С друзьями не видимся, в гости не ходим. Полиция останавливает, если едешь куда-то, спрашивают, куда едете, чек. Если что-то купил, аптека, поэтому лишний раз лучше не выходить. В магазинах при входе пускают по одному, всем дают перчатки, обрабатывают руки специальной жидкостью, все ходят в масках, поэтому как бы, ну, вроде бы никакой истерики у людей нет. Все спокойно, дружелюбно относятся друг к другу, истерии по этому поводу пока что нет. Поэтому надеюсь, что мы быстро выйдем из этого кризиса. И уже с новыми силами вернемся к учебе и к работе. Всем пока. Спасибо.